Европа начинает постепенно возвращаться к обычной жизни. С 1 апреля границы для туристов открыла Германия. Сегодня отправимся в страну, где лучшие дороги в мире, уникальная архитектура и самые шумные фестивали. Густые смешанные леса и кристально чистые горные озера – природное достояние Германии. На юге страны расположился по-настоящему сказочный черный лес, который будто переносит в одну из сказок братьев Гримм. В тени леса звенят ручьи и шумят самые высокие в стране водопады. А еще именно в этом мистическом дремучем лесу берет свое начало река Дунай. Один из самых живописных водоемов – Королевское озеро Кёнигзе на юго-востоке страны. Оно образовалось в процессе таяния ледников времен последнего ледникового периода. Именно поэтому Кёнигзе считается самым чистым озером в Европе. Находится на территории национального парка Берхтесгаден. Этот нацпарк – единственное заповедное место Германии, расположенное в горах. Зеркальные бирюзовые озера, альпийские луга, поросшие лесом склоны. Виды для туристов открываются завораживающие. На площади более 200 квадратных километров можно не только полюбоваться пейзажами, но и посетить таинственную шахту Берхтесгаден и всемирно известный монастырь Святого Бартоломео. Германия, в принципе, славится своими замками. Истинный шедевр готической архитектуры – кафедральный собор святых Петра и Марии. Величественное здание, сотканное из кружева каменных башен, колонн и пилястр. С высоты птичьего полета собор напоминает латинский крест. Возведение храма затянулось на века. Первый камень был заложен в середине 13 века. В 16-м уложили фундамент, а окончательно достроили здание в 19-м. Сейчас здесь устраивают концерты органной музыки. Настоящий символ страны – Бранденбургские ворота, которые просто впечатляют размерами и архитектурой. Это полная копия арки Пропилеи на Парфеноне. Стоят ворота на 6 опорах, а один из 5 коридоров предназначен исключительно для прохождения торжественных кортежей. В 1961 году ворота были закрыты и встроены в Берлинскую стену. Но в 1989 году стена рухнула, и ворота открылись вновь, став символом мира и народного единства. Нельзя не посетить музей Гамбурга, в экспозиции которого представлен самый крупный в мире железнодорожный макет. Это реалистичная копия ландшафтов Германии, Австрии и стран Скандинавии. Непрерывное движение тысячи поездов, мигание светофоров. Все здесь точь-в-точь, как настоящее. Конструкция занимает площадь 1500 квадратных метров. Но не все в Германии построено с таким размахом. Благодаря ширине прохода всего в 31 сантиметр, одна из улочек в Ройтерингене даже попала в Книгу рекордов Гиннесса. Есть и еще один повод съездить в Германию. Здесь проходит легендарный Октоберфест. Ежегодно в конце сентября на грандиозные гуляния собирается около 6 миллионов посетителей. Впрочем, круглый год считается комфортным отпуском на родине Канта и Бетховена, велосипеда и копченых сосисок.